Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем 0-3 градуса, ночью 0-1. Ветер юго-западного направления, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, выпадет небольшой снег. Днем плюс 1 градус, ночью нулевая температура. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, к вечеру дождь. Днем нулевая температура, ночью также 0 градусов. Ветер юго-западного направления 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков. Днем минус 1 градус, ночью также минус 1. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.